Окей, чат. Удалось, короче говоря, перенастроить первую Сибирь. Воспользовался кучей разных фиксов, но тем не менее вроде как сделал. Ну и поехали. Ладилен, французские Альпы. Опять же таки, повторим все заново, давайте. Раз у нас все по новой пошло. Ну погнали. Вот. В этот раз у нас уже на полный экран все, как бы я заморочился с разрешением и фильтрацией, так что более-менее нормально все должно быть. Русский язык ставить не стал, потому что перевод отвратительный, конечно же. Держи. Окей, окей, I'm coming. Иду. И пришел. Hi there. Здрасте. Hello there, ma'am. Здрасте, ma'am. Mamma mia, Marcello. И снова во Сан-Сане, как первый раз зашел, да? Еще раз здрасте. Короче, я в Сибири я настроил, это самое, будем играть на ПК, и этот самый, без русификатора, потому что то послушал я озвучку на русском, это самое, меня чуть не порвало. Не хочу. Так вот. Я бы хотел бы себе номер. Моя компания забронировала номер на фамилию Уокер. Компания называется Марсон и Лормон. Меня зовут Кейт Уокер. Да, конечно, мисс Уокер. Ваша комната на номер 6 на втором этаже. Hello, my name is Kate Walker, and... Здравствуйте, я Кейт Уокер, и... Конечно, конечно. Уокер, шестой, короче говоря, номер. As you like, miss. Я бы хотела посмотреть свой номер. Как вам угодно, мисс? Так, чемодан. I really don't have the strength. У меня уже нет сил таскать этот чемодан. Кто бы помог тут, а? Hi there. И снова здрасте. Здрасте, пап. Could you possibly Вы бы не могли помочь мне затащить багаж, пожалуйста? Please do excuse me, Miss Walker. Прошу прощения, мисс Уокер. Мы как-то подзабросили наши обязанности. Те гостей, все в наше время маловато, так что и про манеры забыли. Так вы и есть та самая американка? Правда ли говорят люди, что вы приехали купить завод? Не завод, а дом Анны. Не поняла? Может, помолчишь? Азарный. Я так понимаю, наш
Небольшой городок вас этого разочаровал. Видите ли, Лена, сегодня не печальный день. Мы в трауре. Момо расстроен, но Ганс не мертв. Ганс далеко. Она рассказала Момо. Момо Ане очень нравится. Так, ну хватит, Момо, хорош донимать уже даму. Иди отсюда. Шел вон. На чем я остановился? А, да, мисс Анна. Такая большая потеря для Владилена, действительно. И теперь, когда она мертва, завод закрылся. Но вы здесь, чтобы не это предотвратить, не так ли? Погодите, Анна Ворлберг мертва? Ну, то есть он завод закроется, я что-то напутал. Так, вот ваш номер. Надеюсь, вам понравится, мисс Уокер. Оставлю вас отдохнуть. У вас должно быть много работы. Знаете, те передачи завода — это хорошие новости для нас. Нам бы очень понравилось, если бы жизнь вернулась в нашу долину. Если бы вы видели, каким был Валадилен до этого, тут было прекрасно. Сюда съезжались люди со всего мира, чтобы купить автоматону. Вам кто-то оставил письмо, я вижу. Если ли вам что-то понадобится, то обращайтесь. Так. Ну и как обычно, опять-таки, от Эдварда Марсона на факс нам мы пришел, дорогая Кейт, наш клиент, всемирная компания Я-игрушек, получается, очень жаждет увидеть завершение переговоров с Ворлберг Manufacturing, чтобы бы произвести передачу, получается, на собственности в ближайшее время, и мы получили уведомление об этом. Мы рассчитываем на ваши несомненные качества, получается, от делового адвоката, и рассчитываем, что вы доведете переговоры с мадам Анной Ворлберг, текущей владелицей, до логического завершения. Позвольте тебе напомнить вам, что то всемирная компания игрушек — это та многонациональная компания, имеющая монополию на рынок игрушек. И это та первоочередной клиент, который также представляет мадам Ворлберг золотую возможность продать ее завод. Вам следует напомнить ей об этом факте в случае, если она засомневается за последнюю минуту, то перед подписанием договора. Я не сомневаюсь, что вы оправдаете наши ожидания. Эдвард Марсон. Да. Выпустите меня тут. А, ну да. Да, нажать что-то. Так вот, надо рассказать Марсону о смерти мисс Ворлберг. Надеюсь, это не слишком усложнит дела. Я как-то не представляю, как я тут останусь на длительное время. Телефон. Так, офис. Звоним. Марсон и Ламонт, чем вам помочь? Соедините с мистером Марсоном, пожалуйста. Это Кейт Уокер. Оставайтесь на линии. Hello,
Привет, Кейт. Так и расскажи, что ты, как дела там? Только что добралась до Валадилина, и тут небольшая проблема, мистер Марсон. Боюсь, миссис Воробелк мертва. Это, конечно, напечально, но мы вроде как подготовились на такой случай. Да, но... Так в чем же проблема, Кейт? Свяжись с нотариусом. Я перешлю секретарем факс на его адрес. Хорошо, мистер Марсон. Мне пора, Кейт. Я просто... Я просто работаю так. А туда идти не надо. А куда надо? Я снова вернулась, Уокер. Мисс Уокер. Помощь, наверное. Кажется, мне снова понадобится ваша помощь. Вы уже уезжаете, мисс Уокер? Ваш багаж спустить? Нет, я пока не уезжаю. Мне просто нужно... Мы бы с радостью помогли, но я думаю, что... Но подумайте, что произойдет, если позвонит телефон, или придет факс, или, okay. No, или клиент зайдет, это самое. Да нет, да, не переживайте. Fax didn't arrive for me, did it? Мне факс не высылали сейчас. Может быть, я так и подумал, что телефон звонил. Посмотрите? Определенно, мэм. Thank you very much. Сию минуту. Огромное спасибо. Так, снова от Эдварда Марсона. Дорогой мэтр Альфольтер, как вы уже наверняка знаете, получается, в нашей практике полным-полно все наши дела в данный момент направлены на переговоры по передаче Воралберг к Manufacturing нашему клиенту всемирной компании игрушек. С превеликим сожалением мы узнали о недавней смерти те управляющей и хозяйки завода, это мадам Воралберг, с которой были начаты переговоры. Мы не сомневаемся, что то мадам Воралберг оставила вам инструкции перед своей смертью, те, которые позволят довести продажу до конца. Нам следует напомнить вам о том, какой значительный прирост получается в экономику Кувашева региона принесет слияние с американской международной компанией. Именно по этой причине я уверен, что вы передадите, вы окажете, получается, отца нашей представительницы мисс Кейт Уокер, радушный прием. Искренне ваш, Эдвард Марсон. Thank you. Спасибо. К вашим услугам. Так, я думаю, пойду осмотрюсь. See you later. As you like, miss. Как пожелаете, мисс. Погнали. Теперь тут есть мужик. Любопытно, это у нас как-то сафоны не те, которые где были на боксе.
Видимо, потому что демка, типа. Доброе утро. Вы открыты? Можно у вас что-нибудь купить в пекарне? Боюсь, что нет, невозможно. Мы закрыты. Я могу подождать. Вы можете подождать, но мы закрыты на весь день. На сегодня траур. Прошу прощения, примите мои соболезнования. Не переживайте, из-за смерти Мадар Уорлберг все магазины закрыты по решению мэра. Попробуйте завтра. Завтра меня тут уже не будет. Ну, кстати, да, улица по-другому. Мол, теперь выглядит. Я так понимаю, они пропустили один экран, даже взяли. Мимо. Так, ну погнали. Так, а где мой? Ага, так, факс 2. Сюда. Здравствуйте, сэр. Я так понимаю, мисс Уокер, добрались нормально? Да, поездка прошла хорошо, спасибо. Присаживайтесь, мисс Уокер, прошу. Я так понимаю, вы в курсе все дела, которые я привел мне сюда? Конечно, я вас ждал. Мисс Уокер, боюсь, что продажа завода до Уорлбергов не настолько проста, как поначалу казалось. Погодите-ка, все уже условлено. Мы получили ли соглашение Анны, и ее смерть ничего не меняет. Мне нужно на послезавтра ехать в Нью-Йорк. Моему клиенту не терпится закончить сделку. Я понимаю, конечно. Но только есть вот наследник, мисс Уокер. Простите, не поняла. Наследник, но мадам Уорлберг никогда не была замужем, насколько я знаю. И в последнем разговоре она на такой детали не упоминала. Мисс Уокер, поверьте, я удивился не меньше вашего. Анна Уорлберг отправила мне письмо за пару дней до смерти. Да, поймите, что если бы я об этом знал раньше, то сообщил бы вам. Я зачитаю вам документ, который получил. Я так стараю, и кажется, сегодня жизнь уходит от меня еще быстрее, чем мне казалось. И боюсь, что меня уже не будет в этом мире, чтобы подписать контракт о передаче дорогого завода моего. Так что то придется сознаться вам сейчас. Мой брат Ганс до сих пор жив, и это меня бы не удивило, если бы вам мой с трудом верилось в это, но это правда. Вы должны помнить, что похоронили его, короче говоря, но для него идея о том, что его сын покинул владелец, бросил сил семей на бизнес, он стал невыносимым, поэтому, когда Ганс уехал, он предпочел его вообще мертвым, и все тоже в это поверили. Он меня заставил хранить это в тайне тоже. И повторяю, дядя Ганс до сих пор жив, поэтому, когда я умру, он станет наследником. Понятно. То есть, если Ганс Уорлберг не умер, тогда мне нужно подписать эти контракты у него, да? Вторая половина письма рассказывает нам о том, что то Ганс находится где-то в Сибири. Я оставлю ли вам документ, чтобы вы прочитали потом.
Какой здоровый документ, боже. Чат. Тут ничего я пропустил. Так, это на surprise me, fun is difficult believing in the truth. Вы должно быть помните его смерть, его похороны тоже, да, несмотря на то, что на тот момент вы были очень молоды. Но это все была просто шарада, да, которую устроил наш отец. Вот. Для него идея того, что его единственный сын, короче, покинул Владилен и бросил семейный бизнес, была невыносимой. Ну, это мы переводили, значит. Так, у меня так и не было возможности повидаться с моим дорогим братом, но к счастью, мы с Гансом оставались близки в наших мыслях, и на протяжении многих лет я имел возможность следить за его жизнью, поскольку он мне не периодически не присылал новости. Время от времени не писал мне письма, но они были ли очень редкими, поскольку мой брат после этого несчастного случая развил в себе боязнь к писательскому муслову, вот так он скажет. Однако он отправил мне несколько чертежей автоматонов, которые я с радостью построил на заводе, и признаю, что они внесли значительный вклад в развитие творений Ворлбергов. У Ганса сам всегда был замечательный дар вдыхать жизнь в предметы через хитроумные комбинации шестеренок и пружин. Мой младший брат гений в самом настоящем смысле этого слова. Но вернемся к текущему делу. Будьте уверены, что мой брат не будет возражать против продажи завода. Если ли же я уже к этому моменту отошла в мир иной, то когда вы прочтете это письмо, то ему все это дело адресуется. Я получила его последнее письмо полгода назад, отправленное с севера Сибири, и с сожалением говорю, что больше новостей от него не было. Я в курсе, насколько трудно является ситуация в свете, которой мое признание и нехватка дальнейших деталей ли вас застали. Но я хочу умереть с чистой совестью и буду до благодарна, дорогой мэтр Альфа-Тер, если бы вы могли сообщить американской юридической фирме, с которой я вела дела, об этих, там, скажем так, развитиях событий. Я слишком стара и слишком устала. Да, со всем уважением и последними прощаниями, короче. Готов. Больше информации никакой она не добавила. К сожалению, нет. Я рассказал вам все, что знаю. Ситуация, я в правовом смысле ли пока что ясная. Если вы хотите закончить сделку, то придется найти Ганса Ворлберга. И, конечно же, есть тело на городском кладбище, но, судя по всему, какой-то призрак ходит по Сибири. Судя по всему, ваша работа та как раз оправдается. Поверьте, мисс Уокер. Я говорю, что теперь? Возможно, вы больше узнаете в архивах завода Ворлбергов. Ключ будет в те ожидания.
Я роль в этом деле заканчивается на прочтении этого письма, и теперь, если вы мне извините, мне нужно отдохнуть. Видите ли, здоровье уже не то, и там доктор запрещает работать слишком долго. Так что не буду вас задерживать, мисс Уокер, не забудьте закрыть двери, когда будете уходить. Прощайте, сэр. Прощай, старикан. Ух. Мы сегодня играем до 7 вечера почти. До 7 вечера, я думаю, где-то там в 6.50 мы остановимся, потому что цвет вырубают. И на сегодня, я думаю, дальнейших стримов уже не будет, потому что завтра 2 сентября, и надо подготовиться к первому, так сказать, учебному дню. Ну и на завтра там еще совещаний понаставляли, в общем, как обычно, вот этот геморрой, который никому не нужен. В общем, да, пока что то проблема у нас остается с набором первого курса. Тут народа больше надо. Алло? Кейт? Дэн, я так рада слышать твой голос. Это как ты, дорогая? Доехала нормально? Обустроилась? Поездка была очень утомительная, долгая, но я в порядке, особенно когда ты. Все по плану пошло? Да, то есть нет. Все не совсем так, как задумывали. По теме, Минаша, я освободился на завтра на обед. Я встречу тебя в аэропорте. Тебе, надеюсь, рейс из Парижа не задержат. Дэн, я не думаю, что завтра получится с Голдбергом зайти. Да не волнуйся, Кейт, ты будешь отлично на выглядеть, Дэн. Мне придется тут задержаться, тут осложнения возникли. Понимаешь? О чем ты, Кейт? Это там всего лишь завод игрушек. Продажа же пошла не по плану, но мне придется задержаться. Ты ж не против? Ну, Кейт, ты не можешь так со мной поступить. Это же контракты Голдберга, там миллионы долларов на кону. Я знаю, извини, ты. Давай сам, без меня. Я приеду долго, как только смогу. Люблю тебя. Я перезвоню потом. Jesus. Тараторит. Как черти. О, бой. Так, я так понимаю, надо ему посадить. Так. Ну вот, наконец-то мы пробрались дальше, чем было за весь предыдущий стрим. Я надеюсь, нормально все будет. Кстати, тебе надо бы сохраниться чат, а то я что-то как-то расслабился. Так, save game, new save game. Нормально все, да? Так, ну что тут у нас? Сходим сюда, не знаю, это сам. Я без понятия, я где тут архивы эти ваши. А, не пускают даже. Они пускают. А, развертка поплыла на ступеньках. Ха-ха. Ой, боже. Дверь заперта, но все равно, но как-то туда попасть надо. Так, а если с этой стороны зайти? Ключ не рабочий, не? Так, а ну. О, там лестница есть.
возьмем? Или надо им на это самое сесть? На тачанку. Да мне нужен ключ. Где же я возьму этот ключ-то, а? Зайдешь? Так, тоже заперто. Но как-то попасть надо внутрь. Тут аж, конечно, подстава. Ни ключей не дали, ни... никого это сам. Это... разбирайся, сам называется. О боже, это лабиринт, чат. Это... мы выйдем отсюда вообще или... О! Здравствуйте. Доброе утро. У вас тут замечательный сад такой. А, да, ладно, вам уже это самое, это... мой автоматон, садовник поломался, сад, сорняки повсюду, да, даже не представляете, сколько работы ты у меня уходит на это все, я даже не знаю, это когда приходить или уходить, орит отсюда вообще. Так, чат, я, по-моему, не все. Ты не все перевел, я по второму, может, сейчас он кругу посмотрю, там что-то пропустил. Oh, please, don't talk about it. Since my gardener, так, мы не привыкли ли это самое обходиться без нашего робота. Мы без робота во владелении тут не привыкли обходиться, но все говорят, что придется привыкать, короче. Ого. Опа. Так. Ну, чисто так. Прийти поглазеть называется. Что здесь? Ну, прощайте, тень чат, опять же. Больше его никто не видел, называется. Что это здесь? Чего это тут у вас? Так, в сторону, ну, никуда нельзя, а вот тут посмотреть можно. Ключ. Это мне надо. I'll take that. Вот и не зря сходили. Я думал, тут сейчас буду бесконечно на то. Оплутать, как в фильме «Сияние». Но оказалось все легче. Так. Ключ у нас есть. Заводи. Дер-дер-дер. И в окно нахрен. Нет, подниматься, конечно, высоковато придется. Я-то думал, там до второго этажа, допустим, а ну там, на крышу аж. Ага. Так, что тут у нас есть? Велосипеды. Часы. Так. Что мы должны осмотреть здесь, это вопрос. Можно свет? Можно свет. Хорошо. О, господи. Мамас. You draw mamas for Momo? Мамонт, ты мамонта... Ты нарисуешь опять Момо? А, это ты? Ты напугал меня. What are you doing in here? Ты что тут делаешь? Момо хочет картинку с мамой, там мы как у Ганса. Прости, у меня такой нет. Возьми бумажку, карандаш и нарисуй мамонта Момо. А ты так просто не сдаешься, да?
давай нарисуем мамонта. Как нарисовать мамонта? I've gotta go now. Момо, мне сейчас нужно идти, но потом увидимся, окей? Так, а можно нарисовать? Где нарисовать его вообще? Я так понимаю, на потом отложить, да? Так, а здесь что? Что-то есть. А нет, это выход. Это выход, опять же. Пока непонятно, что происходит, но разберемся. О! Не знаю, зачем, но возьму. Так, Анна. 14 мая 1930 года. Да, вчера произошло нечто ужасное. Не знаю, к кому обратиться, с кем поговорить, но я решила все записать. Ты, дорогой мой дневник, ты теперь мое доверенное лицо и единственный страж моих потаенных мыслей. Ганс лежит в соседней комнате и находится на грани между жизнью и смертью. И я в ужасе. Что же за несправедливость в этой жизни-то, а? Сперва мама, а потом Ганс. Прошу тебя, да господи, не забирай меня еще и младшего брата. 15 мая Ганс пообещал мне хранить все в тайне, но это слишком тяжелый груз. А, ты Ганс заставил меня, короче говоря, держать все в тайне, но это... Да, очень тяжелый груз. Я знаю, что то могу тебе рассказать все, дорогой дневник. Мы обнаружили пещеру в горах. Потрясающую пещеру с древними рисунками на ее стенах. Только доисторический человек мог нарисовать нечто подобное, потому что там были изображения мамонтов, которые являются доисторическими существами также, насколько я знаю. Однако теперь я ненавижу мамонтов. Это все из-за них и из-за этого, из этой дурацкой доисторической детской игрушки. Почему Ганс? И вот надо было тебе попытаться ее забрать. Почему я позволила тебе вскарабкаться туда наверх? Это все я виновата, что ты теперь в коме. Ганс, если ты умрешь, я не знаю, как я смогу себя простить. 16 мая. Ганс все еще не пришел в сознание. Отец не может уснуть, а Гертруда плачет весь день напролет. На улице жарище просто удушающее, но внутри дома ледяной холод и немножко пусто. Однако я все еще не бросаю ее надежду. Я знаю, что... Я знаю своего брата, я знаю, насколько он силен. Он выкарабкается. Он никогда не сдается. 17 мая. Не могу думать ни о чем, кроме Ганса. И во сне, и наяву. Я вижу жу, как он падает, он снова и снова. Я вижу жу, как его голова бьется о камень, и как опадает его бледное лицо. Я уже спряталась на чердаке. Это единственное место, где я могу хоть какой-то покой найти, завернувшись в собственные воспоминания. 18 мая.
Прошло 5 дней с момента там несчастного случая, и Ганс все еще не открыл глаза. Видите его в таком состоянии невыносимо. А прошу тебя, Господи, защити его, забери мою жизнь, а не его. 19 мая. Я чувствую себя такой отчаявшейся, себя такой одинокой. Я хочу там, скажем так, в объятия отца, но не осмеливаюсь. Он слишком как бесчувственный получается. О, Ганс, не бросай меня здесь. 20 мая. Свершилось. Ганс вернулся к жизни. Он открыл глаза и произнес мое имя. Мое имя. Вы понимаете? Это самый счастливый день моей жизни. Я хочу выйти на улицу и петь. Провозгласить свою радость на весь мир. Спасибо тебе. О, спасибо, Господи. 22 мая. Как же замечательно, как же прекрасна жизнь. Мы с сыном Гертрудой не можем перестать поддаваться неконтролируемым приступам смеха. Ганс даже сегодня накинулся на свою еду и проглотил там полностью. Я знала, что он крепкий, мой младший брат. Даже отец он сегодня мне улыбнулся всяко, когда пожелал там доброго утра. 25 мая. Не знаю, куда я... я не знаю, это самое, где прихожу, ли я или ухожу. Я полностью погружена в лечение Ганса. У меня едва выдается 5 минут на себя, чтобы вернуться в свой уголок и написать эти слова. 29 мая. Очень любопытно все. Неважно, хочет ли Ганс есть, пить, или же нужно ему что-то другое, он не перестает произносить мое имя. Он не выносит это, когда я бросаю его даже на небольшое количество времени. Гертруда думает, что то надо бы переставить мою кровать к нему в комнату, чтобы ему лучше спалось. Надеюсь, отец на это согласится. 2 июня. Сегодня первый день, когда Ганс вышел из дома. Мы отправились на короткую прогулку в сад, но Ганс все еще очень слаб. Доктор сказал, что нам нужно направить терпение, и что... Не стоит его торопить. Однако это очень трудно. Я надеюсь, что его жизнь это вернется в прежнее русло. 20 мая. Ганс... уже прошел месяц, как Ганс вышел из комы. Он все еще мало разговаривает и с трудом двигается. Он долго сидит неподвижно и с широко раскрытыми глазами, как будто задумавшись о чем-то. Мне часто приходится по несколько раз называть его имя, прежде чем он отреагирует. И тогда он улыбается, и когда он это делает, для меня это просто волшебный момент, и я не могу быть счастливее в такие моменты. 22 июня. Мне пришлось с ним поговорить. Ноша оказалась слишком тяжелой. Я расспросила Ганса о том, что произошло в пещере, чтобы узнать, что он помнит.
Он смог их произнести лишь одно слово. Мамонт. И его глаза засияли ли так странно, когда он это произнес, что он меня напугал. 15 сентября. Сегодня я возвращаюсь обратно в школу, и впервые в своей жизни я боюсь этого. Боюсь оставлять тиганца одного. Несмотря на доброту Гертруды и внимание, которое... А, и ее внимание. У меня не складывается впечатление, что то Ганс нервничает гораздо меньше, когда я рядом. Это 20 октября. Пока я вчера делала домашнюю работу, Ганс подкрался ко мне так тихо, что я аж подскочила. Он взял карандаш и пустой лист бумаги и... любопытно, но начал рисовать. И впервые я с момента несчастного случая он сделал что-то там новое, помимо витания я в облаках. 28 октября. Ганс постоянно что-то там чёркает с особой одержимостью. Он только к этим и занимается весь день. У меня такое чувство, что это бесит отца. Никто больше этого не понимает. Но я вижу, что Ганс пытается царисовать мамонтов. 16 ноября. Сегодня у меня день рождения, и Гертруда приготовила яблочный пирог, мой любимый. Но отец не вернулся домой на ланч, и Ганс не хочет выходить из комнаты. Лучшим подарком, которого вам можно было бы желать, было бы увидеть те, как Ганс поправляется. 25 декабря. Падает снег. Ух, это так красиво. 10 января. Доктор заходил к нам, чтобы осмотреть Ганса. Он вроде как-то доволен тем, что мой младший брат полностью поправился. И это воистину чудо. Но я не понимаю, почему он не разговаривает больше. Почему он... не более оживленный, как был до этого. 9 февраля. Сегодня не у Ганса день рождения. И сегодня ему 11 лет. У меня складывается самое странное впечатление, как будто он там потерял там на 5 лет, а не стал старше на 5. 24 февраля. Доктор только что ушел. Я видел, как он перешептывался с отцом. Их серьезные выражения лиц серьезно на меня беспокоят. Что они могут от меня скрывать? Я уже взрослая. В 15 лет ты понимаешь уже все. И да, мне слишком страшно спрашивать отца, что происходит. 15 марта. Я думала тут, и мне кажется, что то отношение Ганса какое-то ненормальное. Шок от падения, получается, и его кома, мана, должны были ли оказать тебе гораздо серьезный на эффект, чем... А, то должно быть, короче, шок от падения яйкома оказали на него гораздо более серьезное влияние, чем нам поначалу казалось. Ганс, мой дорогой брат, что с тобой происходит? 4 апреля. Я узнала правду. Ганс физически и умственно искалечен.
Я послушал разговор между врачом, отцом и Гертрудой. Гертруда погрузила свои залитые слезами глаза в фартук, а отец пробормотал слово «умственно отсталый». Как теперь... как у него язык опять повернулся, такой сказать? Это 13 апреля. Сегодня Пасха, и у нас школьные каникулы. А это означает, что я могу провести весь день с Гансом и защищать его от постоянных нападок отца. Он не может смириться с тем фактом, что Ганс, его единственный сын, останется сам в таком состоянии до конца своей жизни. 14 апреля. И это там действительно трудно принять, но это не вина Ганса. Возможно, моя, но не Ганса. Я не знаю, как заставить отца это понять. Он как будто преисполнился с ненависти к нему. И это ужасно. Я чувствую себя беззащитной. Вернее, бессильной, скажем так. 14 мая. Один год. Шел уже один год, а такое чувство, как будто прошла целая вечность. Ситуация даже и не намекает на улучшение. Ни в плане... умственного здоровья Ганса, ни в плане отношения отца к нему. 30 мая. Поразительно. Отец решил отвезти Ганса в Париж, чтобы провести там несколько медосмотров. Он говорит, что только во французской столице можно найти воистину компетентных врачей. Мы должны подготовить Бет Ганса к грядущей экспедиции. 6 июня. Никаких новостей от отца и Ганса. Но я не теряю надежды. Я уверен, что они позаботятся о моем младшем брате. 15 июля. Они вернулись. Ганс побежал ко мне в объятия и заплакал. Мне потребовалось много времени, чтобы его успокоить и заставить его уснуть. Отец все еще такой же угрюмый, как и до поездки. Французские врачи подтвердили диагноз. Ганс останется физически и умственно неполноценным. Я в шоке. 28 августа. Лето подходит к концу, и оно менее удушающее, чем предыдущее лето. Солнце уже от солнца у Ганса порозовели щеки, и когда я смотрю на него, мне трудно представить, что он так и не изменится. 16 ноября. Отец все еще ничего не говорит, и все больше закрывается со в себе и в своем кабинете на заводе. Рождество. Гертруда, да, говорит мне, что любовь и вера возобладают над наукой. И у меня с лихвой и того, и другого получается. Да, слава Господи. 12 января. Отец отвел Ганса на завод сегодня утром. Ганс так боялся, что я сопровождала его. К счастью, отец ничего не сказал. Я не понимаю, почему он настоял на том, что нужно привести его туда. 13 января. Отец ушел на завод с Гансом снова по сегодня утром. Думаю, он хочет убедить Ганса в том, что он может быть чем-то там полезен.
таким образом пытается противиться судьбе. 17 февраля. Уже как месяц, каждое утро Ганс ходит на работу вместе с отцом на завод. Я не до конца уверен, чем он там занимается, но судя по всему, ему нравится. Я чувствую, что то поведение моего брата значительно поменялось. Он теперь менее кабризный. 14 апреля. Я сейчас расплачусь. Ганс сделал мне подарок. Небольшого мамонта, получается, робота в виде мамонта. С хоботом, который поднимается и опускается. Когда отец это увидел, он покивал головой, получается, удовлетворительно. 20 мая. И Гертруда с отцом теперь есть собственные роботы-мамонты. Они даже более утонченные, чем... утонченные, получается, и сделаны гораздо качественнее. Привет, Сирене. И у нас остается там 10 минут до конца сейчас стрима. Ты под конец не зашел. 20 мая. Значит, это уже прочитали, получается. Младший брат-то не такой уж и дебил, оказывается. 15 октября. Мамонты Ганса теперь ходят, поднимают и опускают хоботы, да, и махают хвостами. Это невероятно. 22 декабря. Я встретилась с начальником мастерской на заводе. Мистер Грипс, получается. С мистером Грипс сам, получается, сегодня утром. Он говорит, что... Как для молодого ванну 12-летнего паренька, Ганс весьма одаренный. И жаль, что он делает только слонов. 11 февраля. Отец и Ганс вчера засели за долгую дискуссию. Или же правильнее будет сказать, что Ганса там заперли в... Ганс застрял в одном из отцовских длинных монологов. И поскольку даже представить нельзя, чтобы Ганс ходил в школу так же, как и все остальные дети, и отец хочет его взять в качестве рабочего на заводе. Однако Гансу придется перестать создавать его в маленькие устройства. Молчание Ганса, его полуоткрытый рот и уставившиеся вся пустоту глаза в конце концов выбесили отца. 12 февраля. Я постаралась нарушить тему, понять эту тему с Гансом. Я предложила, что ему послушаться отца и изучать, получается, мастерство на заводе. Это его единственный шанс сделать хоть что-то конструктивное со своей жизнью. Он очень одарен, и ему весьма нравится делать автоматонов. Также выглядело так, как будто там меня не слушал, но я знаю, что он подумает о том, что я сказал. 20 февраля. Не то чтобы Ганс не может разговаривать, скорее не хочет. Он использует как можно меньше слов для общения. За исключением разговоров со мной. Но при этом он все равно расходует слова экономно. 15 мая. Невероятно. Ганс не только доволен обучением
и разбором того, как работает линия сборки. Вместо этого он даже жапон на ее переработал. Отец и месье Грипс, получается, или Грип, всерьез он смотрит на его чертежи. 10 июля. Отец захотел поговорить со мной о моем будущем, поскольку я сдала уже свои экзамены. Он хочет отправить меня в университет, да, потому что он говорит, что у меня потрясающий интеллект. Мое сердце колотится так громко. Это правда, что мне нравится учеба, но я не могу быть далеко от Ганса. 53 минуты чат уже. О, блин, сколько там еще их? О, господи, их еще много чат. 2 сентября. Вот же какое зимерское лето. Я постоянно разрывалась между желанием отправиться в университет и отказом бросать брата. Я говорил об этом с Гансом, но он ничего не сказал. В тот же вечер я нашла Лас в его мамонтом разбитым. 9 октября. Ганс снова закатил истерику за ужином. Отец сказал, что новая линия сборки Ганса скоро будет уже готова. Однако им мы пришлось убрать автоматонов попугаев, в которые выкрикивают приказы, поскольку они сочли это излишним. Ганс был просто взбешен, короче говоря. Он швырнул тарелку супом на землю и выбежал из... выбежал к себе в спальню. Что произошло между ними? Что произойдет между ними, пока меня не будет рядом? 17 октября. Несмотря на мои усилия, я наконец-то покидаю Ганса. Ганс так и не заговорил со мной за всю неделю, получается. Отец не понимает, не понял бы, даже если бы я ему сказала, почему я хочу остаться. У меня на сердце очень тяжело. Рождество. Так странно быть дома. Я никогда не оставляла дом на такое недолгое время. Как только мы оказались одни, ни Ганс, не переставая разговаривал со мной. Слова просто спрыгивали с его уст. Как мы смеялись над его восторгом. Он подарил мне маленькую юбалерину. Это там взамен мамонта, сказал он. Я была так тронута, что расплакалась. Расстояние никак не повлияло на наши отношения и нашу связь. Так, а сколько его там? Господи, чат. Песос, чат. Так, запомни, нити, где мы остановились. Уже 56 минут. Мы не успеем. Мы не успеем, чат. Тут читать и не читать. Я так понимаю... Вот эти те страницы все, наверное, это есть, сколько там еще осталось. А, джиз. Ладно, короче, потихонечку почитывать будем. Я думаю, надо как-то это дело разбавлять. Но в данный момент не нужно сейчас закругляться, потому что выключение вот уже будет. Извиняйте, народ. В общем, первая серия у нас такая есть на один час. Продолжим обязательно. Так что не унывайте там. Я ушел.